Здравствуйте! Вы слушаете серию для детей и их родителей «Как улучшить технику чтения школьников в 1 по 11 класс». В данном случае вы слушаете серию для 2 класса. Эта серия предназначена для тех родителей, которые хотели бы помочь своим детям улучшить технику чтения, но не совсем знают, как нужно это делать. И поэтому мы решили сделать записи, где вы сможете найти ту скорость, которая есть у вашего ребенка сегодня. Там будут даны определенные упражнения, которые нужно будет делать. И постепенно у вас будет подниматься скорость. Во 2 классе норматив чтения у детей должен быть 60-80 слов вслух. При себя норматива нет. Поэтому, если ребенок читает лучше, то автоматически он читать уже умеет при себя. Если он читает хуже, то при себя читать ему очень тяжело, и он может текст не понимать. Поэтому в данном случае средняя такая скорость, которая должна быть у детей, это 60-80 слов вслух. Надеюсь, наши записи вам пригодятся и помогут решить вашу проблему. Если будут вопросы, то под видео есть наш ящик, вы можете на него написать и связаться. Желаю вам удачи! Если ребенок читает 110 слов, что нужно делать? Здесь мы читаем таблицу слов А4 формата. Таблица состоит из слов разных, в 2 буквы, в 3 буквы, в 4. Каждый столбик на одну букву больше слова. Читаем таблицу мы один раз в день. Этого достаточно, чтобы нарабатывать навык уверенности, спокойствия при чтении. Отработка отрывка. Мы добавляем 30 слов. То есть мы читаем отрывок на 140 слов. Волной мы читаем по полстраницы. 3-4 страницы за раз. И пересказываем. Читаем вслух. По пересказу можно посмотреть отдельное видео. Обратите внимание на пересказ развернутый и пересказ свернутый. Это видео вы можете найти на нашем канале. Оно так и называется — пересказ. И собирать слова можно из 2-3 алфавитов, когда вы собираете слова в 3-5 букв, 6-8 букв. То есть любые слова, длинные, короткие. Задача — как можно быстрее научиться собирать слова. Напомню, что это упражнение позволяет детям снимать напряжение. Также напомню, что обязательно пусть ваши тренировки будут в положительных эмоциях, потому что навыки формируются именно в положительном варианте. Если у вас есть вопросы или что-то было непонятно из видео, или вы хотите записаться на консультацию, пожалуйста, напишите на этот ящик, и мы с вами свяжемся. Желаю вам удачи в тренировках. До свидания.